Hey, всем привет, с вами Пипстрич. И я наконец-то решила взять себя в руки и что-нибудь записать. И это что-нибудь сегодня будет Life is Strange. Второй эпизод уже будет, потому что первый эпизод Хризалиду мы прошли. Да, так что давайте мы сейчас выберем второй эпизод, а в разнобой. Женское общежитие, начинаем с него. Посмотрим, что у нас будет. Надеюсь, никого опять запирать не будут в своих же комнатах, как это было в прошлом эпизоде. В предыдущем эпизоде. Да, мы открыли в себе... Ну, не в себе, конечно, а в нашей... В нашем персонаже Макс. Некоторую такую суперспособность, суперсилу. Отматывать время назад. Конечно, мы не можем прям там на сколько-то лет назад отмотать, но... Все-таки это... Очень даже здорово. Я все еще не отрицаю того, что я бы хотела такую возможность себе. Также мы встретили свою бывшую лучшую подругу, с которой мы, по-моему, 5 лет не виделись. И узнали, что Рэйчел Эмбер была подругой Хлои. Life is Strange — игра, в которой все принятые ваши решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Ладно, отражается на будущем. Ну ладно, еще на настоящем, но... Мать вашу, как это отражается на прошлом? Я не понимаю. Ой, будильничек. У меня, кстати, такой же стоит. Вообще раздражает. Я иногда даже все равно не слышу его, это просто капец. Вот реально, я не знаю, как вставать с утра. Расскажите мне кто-нибудь, как легко вставать с утра. Проснуться, да, давайте мы проснемся. Потому что это еще хуже, когда он звенит и звенит. И когда у тебя вся уже квартира встала, кроме тебя. Из-за этого будильника. И это плоховастенько. Надеюсь, что нету авторских прав у этой песни. Если же есть, то, блин, это жопа, потому что я сейчас специально говорю побольше, чтобы более-менее было музыку меньше слышно, потому что нафиг нужно это нарушение авторских прав. Это плохо. Это плохо, я знаю, это плохо. Кстати, да, прошлый эпизод я проходила на пиратке, потому что на тот момент у меня не было денег, но я нашла денег. Я купила эту игру, потому что я поняла, что она стоит того. Вот. Я теперь реально рада, что у меня есть лицензионная версия этой игры. Спасибо, конечно, толмачам за перевод. Реально. Я его долго ждала. Правда, он вышел уже, ну, где-то с недельку назад. Я все что-то сидела, жопу просиживала, ничего не делала. Я так давно уже не записывала видео. Конечно, у меня есть 20 гигов ходячих второго сезона записанных. Не это, не отмонтированных, ничего, то есть, как бы, не отредактированных и... Что-то как-то мне пока лень, короче. Пробел встать, давайте встанем мы уже. Немного повалялись и хватит. Какие мне это? Цыплята какие-то или что там? Забавные такие, на майке нарисованы. Так. Ну, что? А, конечно, должна мыться. Что ты говоришь такое? Зеркало? В смысле, использовать зеркало? А, посмотри. Зомбячка. Так, нам Хлоя что-то пишет. Так, сейчас допишут. А, вот можно вверх перематывать. Так, Хиппи, что скажешь насчет этого гребаного снега? И что насчет твоей новой силы? Или ты уже вернулась назад во времени и во всем? И совсем разобралась. Я не могу перемещаться так далеко, хитрожопая. И мне нужна твоя помощь. Как тогда, когда ты сказала отчиму придурку, что это твой косяк? Но если серьезно, нам нужно поговорить. Или сидим, жоповзрывающий завтрак в двух китах, я угощаю. Принято, хорошо иметь слуг. Дадите в долг, хозяин. Классно, я, говорит, угощаю, в итоге сама занимает денег. Классно. Завтрак на подходе. Безумная Макс, ты меня игноришь? Я ведь говорила тебе, никогда в жизни.
Никаких смайлов. Ух ты, какая панкушка, ты чё хоть такая? Ну ладно, грустный смайлик, увидимся в кафе через 40 минут, я буду там. Не опаздывай, или я буду знать, что время не на твоей стороне. Не разводи бардак в моей комнате. Уже в пути. Ты само зло, 40 минут, а то убью. Хлоя, ты чё такая-то? Дерзкая, слушай. Так, вот мы тут проходили эпизод первый. Мы не все, к сожалению, сделали, потому что я вообще не знала о том, что столько дополнительных есть. Так что в этом эпизоде я буду реально, я буду прям все тщательно пытаться смотреть. Рэйчел, вот, Рэйчел Эмбер. Что же случилось с Рэйчел Эмбер? Что у меня с Рэйчел Эмбер? Ладно, что же случилось с Рэйчел Эмбер? Какой бы спокойной и уединенной ни была академия, но даже тут суровая реальность дает о себе знать. Все эти листовки, пропавшие без вести ими, буквально обклеены все стены кампуса. Она была довольно популярным студентом тут в академии, но полгода назад просто исчезла. Интересно, кто сделал это фото, потому что это часть фото, где Хлоя еще была. Вот. Честно... Я была в шоке, когда узнала то, что это самое, что я хотела сказать, уже забыла. Классно. А, то, что когда мы узнали... Ё-моё, сколько новых страниц! Так. Это я не помню, по-моему, не было этой страницы. Это, по-моему, тоже... А, может, и была, я не помню. Нет, это, скорее всего, было, потому что это было все еще в общаге даже в первом эпизоде. Все мне... Почему-то на язык тянется сезон, а не эпизод. Ну да ладно, а как надо будет исправить? А, комната Хлои казалась отражением ее самой, такая же клевая и бунтарская. Так. Что тут еще-то есть? Вроде ничего. А, нет, еще вот есть чуть-чуть. И последняя страничка. Хватит. А, так, это самое начало. Назад. Ну... Вроде больше тут ничего нету. С Кейт мы больше не переписывались. По-моему, я это читала. Ну, ладно, все, давайте выходить отсюда. Конечно, я тоже, кстати, рада. А, давайте мы выключим, потому что, не дай бог, есть авторские права. Вот. Так. Давайте мы, конечно, сразу сделаем селфи, потому что мы знаем, что Макс любит делать селфи. Что-то так это грустная какая-то. Ну, правильно, с утра еще встала, только не проснулась. Ладно. Взглянуть. На фото или на... Нет. Это она на камеру. Ладно, в ноутбуке что у нас есть? Уоррен весь ящик заспамил, но он хотя бы помогает мне во всем этом разобраться. Ух, ё-моё, ребят, я это, короче, читать не буду. Если кому-то это интересно, поставьте, пожалуйста, на паузу и почитайте. Я не собираюсь это читать. Так, дальше. Это настолько безумно, что звучит очень даже логично. Так, тоже ставите на паузу, читайте, я не хочу. Теория про кротовую или нору очень логична. Так, ладно, я не успела, в общем, прочитать. Про кротовую какую-то нору? Ладно, вот. Ну, теперь я не уверена. А что за петиция? Зачем квантовые физики пытаются контролировать время? Не знаю зачем, и читать я тоже не хочу, потому что просто мне лень. А мне казалось, что это что-то я без ума от Хэллоуина. Дана, чё, Дана, Дана, чё? А, ладно. Назад. Больше тут ничего интересного в ноутбуке у меня нет. На что это взглянуть? Книги, стикеры, фотографии мы, по-моему, смотрели. Выдвижной ящик. Что у тебя тут есть? It would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Во что? А, карты эти, понятно, в карточке. 159, по-моему, там была карта. А, ладно. Кустик, кустик, кустик. Надо тебя полить. Подожди, давай взглянем сначала. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Вот, блин, реально. Drink up. It's got electrolytes. Я вот единственное, что этот цветок, я не думала, что это как-то отразится, хотя на меня потом написали, что это будет иметь последствия. Вот, вот так же, как сейчас. Так вот. Извините, я кофейку глотнула.
То есть я совершенно случайно про этот куст как бы нашла его, что его можно полить. Вот. Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. А что там за фильмы? Может, действительно. Так, ладно. Про куст я говорила. И про те дополнительные задания, блин, я не знала о них вообще. Серьезно. Вообще не знала. Так, играть мы не будем. Потому что у тебя может быть песня, будешь ты играть. Что я несу, короче. Вдруг ты будешь играть песню с авторскими правами. Вот. Прикольные часы, кстати, я себе такие хотела. Реально классные. Так. Ну ладно, фиг с тобой, давай сыграем. Такая же будешь, как я. Но правда, я только после учебы, когда приезжаю, сразу за гитару сажусь. С улицы прихожу, пока погуляю, сразу за гитару сажусь. Но правда, за гитару я сажусь. Потому что, ну, когда с улицы прихожу, потому что папа, блин, из-за компа не хочет выходить. И мне приходится ждать, ждать, поэтому я думаю, чё бы мне не поиграть пока на гитаре. Правда, я стесняюсь. Поэтому я играю очень тихо при папе, вот. И при маме. Вот. Ну да ладно, в общем. Надо как-то избавляться просто от своих комплексов уже. Это вообще меня уже саму достает. Ладно, в общем, думаю, хватит уже играть. Да, вставай. Тоже хотела себе гитару на день рождения за 5500 электроакустическую. Okay, Max, let's hit the shower. Подтопали в душ. Да, погнали. Сейчас только еще посмотрим, что тут есть. Мобильник. Ну, тут ничего нет. Мы уже все посмотрели. Кого читать? А, это дневник. Все понятно. Мишка, блин, такой классный. Расписание. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Нифига себе, чё, извините, из-за депрессии, может, у тебя больничный? Почему я этого не знал? Слушайте, люди, все, у кого депрессия, это люди такие, как я, допустим, сейчас я вроде веселая такая, но... То есть, вот уже утро, она говорит, до вечера, а сейчас утро, она прямо сейчас, да. Слушай, Виктория, ты такая вообще-то... Прям избалованная. Стой, я с тобой поговорить вообще-то хотела. Открывай дверь, слушай. Нет, давай, открывай, открывай. Курва, ты чё? Ладно, фиг с тобой. О, это, как, я не понял, Алиса, да, по-моему, ее зовут? Ё-моё, пугают. Как мотать? Правая, shift. Алиса, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Кто, блин, кидается туалетной бумагой вообще из туалета? No, that was close. Thank you, Max. Да, не за что. Так вот, насчет депрессии и больничного. Блин, люди, короче, все быстро в депрессию и на больничный. А на больничном можно и повеселиться. Okay, Max. Ты уже дважды спасла меня. Ты мой ангел-хранитель? Возможно. Вряд ли. Возможно. Уоррен сказал, что ты заимствовал его эпический фильм «Флэш-драйв». Я не знал, что ты sci-fi geek как нас. Что твой любимый? Какой? Поу. Петля времени, назад в будущее, День сурка. Про День сурка я знаю, что есть такой фильм, но я его не смотрела. Петля времени вообще не знаю. А вот «Назад в будущее» знаю. Прикольный фильм, мне нравится. Ну да. Хм. Брук может ревновать? Слушай, я на него виды вообще никакие не имею, так что... Пусть это Брук успокоится себе. Так. Объявление о пропаже. Тут у нас кто? А, вот это Джульет и вот Брук. А что, я поговорить с ними не могу, что ли? Ну, фиг с вами, вообще какие-то зануды такие. А, мне бы очень хотелось сделать фотоколлаж тех людей, кто это сюда повесил. Что? А что тут написано? Не бойся, готовься, тренировка юных стрелков. Да пофиг вообще на этих стрелков. Они опять?
Бережного... А, береженного Бог бережет. Неважно, как сильно вы любите друг друга, одна ошибка может изменить всю жизнь. Выбор есть. В ожидании нет ничего страшного. Подробности по адресу. Please wait. Собака-то как? Dog. Ладно. Price BGC or graffiti. А, то есть, и написали видео, кейт, доказательства. И записка. Вы меня слышите? Да, вы все, пожалуйста, уважайте соседей по этажу, соблюдайте тишину после 10 вечера. Спасибо за... А, по-моему, мы это уже читали. Но меня они реально уже достали. Чего они вечно над кейт издеваются? А, кстати, вот что я еще нашла. Я сейчас это сделаю. Только... Вот, наверное, скорее всего, да? The marks of Satan. Что? Типа не стерли с доски Кейт. Я нашла! Я нашла! А что, я не могу ничего нарисовать ей? Так, Кейт. Я хочу с тобой поговорить. А что, она сама не могла стереть, что ли? Так, ладно, мы написать, значит, не можем. Но главное, мы стерли. Туалетная бумага тут валяется. С Алисой мы уже поговорили, да? Ага. Так, ну-ка. Я вообще не имею на него виды, он не в моем вкусе. О, а вот и Кейт. Макс была права, она ранняя пташка. Так. Здравствуй, Кейт. Как дела? Потихоньку. Спасибо, что заступила за меня вчера. Ты меня спасла. Да ладно, что-то брось. Конечно, у этого парня серьезные проблемы. И реально у него с башкой не все в порядке. Октябрьская страна. А, книга, понятно. Брэдбери настолько поэтичен. Конечно, Кейт, ты чё, не, реально. Нормально, девчонки, не знаю, что внутри все над ней издеваются. Даже если она действительно снималась в видео, отвалите вы от нее, это ее дело, чем ей заниматься, блин. Вам она чем помешала-то, блин? Вообще, просто. Ух, бесят меня такие твари, как эта Виктория. Хотя в прошлой серии, да, я поддержала ее, потому что я говорила, что я ко всем хочу относиться с добротой и душой. О, типа того. Надеюсь, вы поняли, что я хотела сказать. Вот. Что им нам ее показывать? Я надеюсь, она подглядывать сейчас не будет. Так. А, понятно. Приперлись опять. Да началось опять. А чё, тоже так же хочешь научиться, что ли? Хотя он палево на щеке осталось. Сраный Нейтан. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. Я же забыла, что хотела сказать. Ладно. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. Да вы заколебали, блин. Biatch? I love it. Biatch? О, падла. А чё вы это вообще по таким сайтам делаете, блин, а? Эх, девчонки, девчонки, а по таким сайтам лазю. Уф. Ну и правильно, обратно одежду грязную оденем. Ну хотя, может, она не грязная. Ладно. Взглянуть. Кейт Свит.
Конечно, стереть. Зачем? Чтобы никто это не видел, нафиг. Да. Я тоже буду рада использовать. Мыться надо, наверное. Ой. У них, видимо, так же почти, как у нас. Так что давайте мы отмотаем и не будем умываться, чтобы никого там не обжигать. Еще что ли? Ну, давай еще. А, нет. А, она, видимо, то, что просто уже знает. Вспомнила о том, что нельзя. Да, так что все. Здесь нам, видимо, больше делать нечего, да? Больше... Я не знаю, как это переводится. Так, у нас кто-то тут моется. Какой-то плакат по плаванию. Это что такое? Я пока сухая, спасибо, говорит. Рэйчел is a whore. Сраная это Виктория. Это реально просто. Ну, что-то такое стервой-то быть. Понять еще не могу. Одеться, ну окей. Хе! Это кто нарисовал? Прикольно. Может, это я сама и нарисовала? Я уже не помню. Может, так давно играли, блин, это вообще. Ну, я, в смысле. What the fuck? No fucking way. Да. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Так, да, надо найти книжку. Но эту книжку мы уже будем искать в следующей серии, так что если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Вот. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А вы по-любому не подписаны. Хотя, не знаю. Да. В общем, всем удачи, до новых встреч и пока.